Доброго времени суток всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня традиционный субботний завтрак, и готовить я буду шакшуку и теплую фасоль с помидорками. Для шакшуки мне понадобятся яйца, естественно, помидорки, болгарский перец, репчатый лук, 2 зубчика чеснока и специи. Лук, болгарский перец и помидоры нарезаю кубиками. Лук обжариваю на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавляю болгарский перец, соль, перец, все специи, какие вы любите. У меня здесь зира, паприка. Добавляю мелко рубленый чеснок, обжариваю минутки 2. И затем добавляю помидоры. Одновременно ставлю сотейник с водой на огонь. Довожу воду до кипения. Опускаю туда красную консервированную фасоль. Выключаю огонь. И в кипяченой воде минут 5 продержу фасоль. Варить ее не нужно. Достаточно будет минут 5-10 продержать в кипяченой воде. Затем слить воду. Откинуть фасоль на сито, чтобы стекла вся ненужная жидкость. Зажарка почти готова. Теперь нужно сделать небольшие углубления для яиц. И продолжаем жарить до готовности белка. Украшаем зеленью. Шакшука готова. Дальше продолжаю готовить фасоль. Одну помидорку нарезаю кубиками и добавляю к фасоли. Выдавливаю 2 маленьких зубчика чеснока, добавляю оливковое масло, лимонный сок, хорошенько все перемешиваю и подаю. Всем приятного аппетита! Спасибо огромное, что были со мной. Всего вам самого доброго и до новых видео!